Добрый день, Владимир. Добрый день, Валентина. А с моими зрителями? Всем привет. Всем привет. В общем, мы с любимым моим привезли Анечку. Не представляете, сейчас расскажу. Привезли Анечку на танцы, она уже побежала. Значит, запрещают мне говорить на него «Любчик». Я не запрещаю, я просто говорю, не надо так говорить. Ну, не нравится ему, не представляете? Нравится. Всем привет. Представляете? Говорит, не называй меня так. Называй меня любимый. Ну а что, все течет, все меняется. Да? Я тоже. В общем, мы куда, любимый, идем? Куда? В общем, у нас сейчас времени на погулять. Если, может, считаю, это прикупим. Да, любимый? Нет. Так мне непривычно после Любчика. Ну, Любчик, мне кажется, лучше звучит. Вот, вот согласитесь, Любчик как-то так оригинальней. У нас вообще красный. В общем, у нас сейчас по планам... Рушить стереотипы. Да, у нас по планам дождаться Анечку. И потом любимый везет нас в кино. В какой-то веке. Уже столько людей. Покрутись. Здравствуйте, девушки. Здравствуйте. Они оба удобные. Здравствуйте. А смотрится какой лучше со стороны? Ну, мне вот этот чистый больше. Нет, там... Черный? Без там всяких вот этих блестяшек. А этот классно под юбку и под шорты будет. Мне кажется, вот это, что натягивать, оно будет неудобно. Там больше люксовая стрельдежка. Не знаю, ему понравится. Ну, что-то надо выбрать. Обалденные сапоги, прям взула и забыла. Слушай, а на там же есть второй такой. Как они оба смотрятся? Ну да. Они замшевые. Но эти штучки его тоже украшают, я тебе скажу. Не так скучно, хотя это, как знаешь, как классика. Вот классика, да. Держи мою сумку. Здравствуйте, здравствуйте. В общем, выбрали вот эти, но тут проблемка, надо будет разрезать, поняли этот, как он называется? Короче, штучки такие разрезать, чтобы у меня до конца, да, закрылось. На штаны не это, до конца не, а вообще очень удобные. Да? Берем? Любчик. Любимый Любчик. Ой, мне нравится. Замшевые. Обалдеть. Жаль, только не застегаются. А если они не застегнутся, что будут делать? Застегнуться? На колготок точно застегнуться. У меня широкая вот эта часть просто. И тут надо разрезать такие штуки, и будет все окей. Все, Любчик, я решила, мне нравится. Под курточку. Бомба. Здравствуйте. Вот здесь вот надрезик надо будет сделать, да? Чтобы резинка. Вот смотрите, с этой стороны. Вот он. Вот вы резинка посередине, а вот это подклад. Вот тут вот вам надо будет открыть. Да. Поэтому хотите. Ну вот это тоже надо будет распустить. А что мы же. Да, да, тут это самое. Поэтому, как бы. И тогда будет шире. Тем более. Сколько они стоят? А там нету цены? Не было. А сейчас узнаю, скажу вам точно. Мне кажется, что девушкам надо померить на колготки. Так нет, у меня колготок, это я уже дома померила. Нет, я имею в виду, что ну это да, сам, да, что да. Вы будете понимать. Так. Ну, сейчас они вам с учетом скидочки будут стоить 3 300. Дешевле, чем у нас стоят ботинки. Угу. Ботинки стоят 3 800 3 900. Да, желательно нам нести. Да, нужен пакет. Да. Ты рад? Я? Главное, что ты рада была. Здравствуйте. Пожалуйста. Спасибо. Все, носите в удовольствие. Спасибо. Побольше эндорфинов. Хороших выходных вам. Ой, спасибо. Обязательно. Да, доброе. А, нам надо сюда. Ну, эти
кажется, тебе больше шли. У меня больше. Они очень идут. А главное, они очень удобные. Любимый. Ну, спасибо. Пожалуйста. Ой, ну представляете, как мне подфартило. Я очень хотела такие сапожки, именно у меня нету под юбку, под шорты, вот все такое, спорт, спорт. А теперь у меня есть замшевые сапожки, ну. Хорошо же? Нам сюда? Наверное. Ой, в общем, все. Чудно скоротали час. Очень так Продуктивно. Теперь Валя с сапожками. А что тебе купить? Ты лично у нас обделенный. Ты что-то купишь? Я тебе борщ утром сварила. Ну да. Жене сапожки, мужу борщ. Все справедливо, правильно? Я же тебе обещал. Жене сапожки, мужу борщ. Все отлично. Все честно? Конечно. Ну. Папа зарабатывает, мама красивая. О, прям золотые слова, Любчик. У нас в этом мире, я бы сказала, вообще без ребенка покупку на сумму 2000 гривен, мы это можно вести, кому это подарок. Ой, так, мы дуже хочем отримать подарунок. Куди? Сонце, как приятно. Якщо ви зробили суму більше на 2000, ви отримаєте подарунок. Чек треба достати з наших сапог. Боже, как приятно. Давай. Отут где-то он его кидав. Я думаю, ничего себе. Боже, что за подарок? Все равно приятно. Ну да. Удача встретиться. Доброго дня. Доброго. Можно вообще, пожалуйста? Дякую. Нам еще подаруночек. Ваш телевизорчик? Да. Приємно. Чорна п'ятниця? Чорна п'ятниця. Слушайте, как приятно вообще. Вчера, оказывается, была Чорна п'ятниця. И вони роздають подарунки. Сонце, ми не сюди вийшли, нам придется обходить. Ой, так интересно, что там внутри. Какой-то судочек. Ой! А ну открой. Вот так, приоткрой чуть-чуть. Боже, какой-то судочек. Ой, твои слова, да богу в уши. Так, давай сядем в машину, и я покажу. Значит, интрига дня. Что ж это за подаруночек? Ой, не разорву, не развяжу, Любчик. Любимый. Помочь? Сейчас, подожди. Да, я буду долго мучиться. Конечно. А вам интересно? О, я рада, что это судочек. Уже спасибо засвечивает. Смотрите, пластиковый судочек. Давай угадаем, что там. Думаю, какая-то там помадка. Еда. А я думаю, это еда. Конфеты? Ну, что-то может, такое конфеты. Сладости. Джуки. Эко сапиенс. I am эко сапиенс. Еще один судочек. Лянь, как засвечивает. Что она засвечивает? Солнце. Два судочка, это уже приятно. Я ж хозяйка. Давай, третий судочек. Давай, ничего. Два судочка. Ты судочку радовалась. Да, их два. Ой, слушайте, это эко-судочки, я теперь понял. Это фирма I am... The Eco Sapiens. Далее.
Короче, это пластиковые контейнеры. Ой, ну все равно приятно. Хороший пластик. ПП. Made in China. Ой, слушай, ну приятно, приятно. Микроволновка. Да? Да. Ну можно супер. За, минус 20. Заморозку можно. Супер. Прикольно. А мы такие. Конфеты. Конфеты. Косметика, боже. А тут два судочка. Это тоже прикольный. Это можно под этот, скажи, сухофрукты с собой на работу брать, там орешки. Я даже не слышала такую фирму. Тут нормально, короче, ну. Ну и что? Ну, в смысле, не греть ничего. Это просто как такой контейнер. Боже. Хотя материал тот же. Спасибо. Ой, как приятно. Невозможно передать вам. Ребята, в общем, мы дундуки. Мы загуглили... Я за себя говорю, да, солнце? Мы загуглили цену этого судочка. Значит, 447 гривен. А по акции 322 гривны сейчас можно купить на сайте вот этом... Джуки. Или джуки, или джуки. Короче, ну, 300 гривен, грубо, судочек. И смотрим, что внутри, что же вот этот маленький там лежит этот. И там еще ложка написано, да, ланчбокс. И ложка, и вилка. И мы такие, стоп. Где наша ложка и вилка? Короче, Ивова догадался, что тут внутри. Смотрите. Боже. Вилочка и ложечка. Ну, какая прелесть. Боже. Вот все, что надо, да, так для перекуса. Еда. Вилка, ложка, все есть. Компактно. Супер. Продумано, да? Да. Боже, вот это нам подфартило. Так-то как заделим судочек? Никак, себе стал. Тебе же подарок. Нет, тут есть и ложка, и вилка. Ну, я, ладно, буду пользоваться. Да, ты будешь вилкой, я буду ложкой, или наоборот. Так что вы видите, как оно это? Это еще не хухры-мухры, судочек. 300 гривен, на секундочку. Мы бы, если бы не посмотрели цену, мы бы, наверное, не сразу поняли, как он открывается. Нажимаешь? А, мы бы не сразу поняли, что здесь есть ложка и вилка. Приятно очень. Итак, неполным составом мы прибыли получать удовольствие. Да, любимый? Да. Да, Дотя? Да, мама. Наш любимый караван, мультиплекс, кино, суббота и маленький шопинг. Удачи вам в получении удовольствия. Все, девочки дорвались. Смотрите, какую красоту нашла. Солнце говорит красиво. Мне кажется, слишком нарядно. С другой стороны, почему и нет, правильно? Ах, вам не видно. Ну что мне посоветуете, а? Ух ты, гляньте, какая это. Пижамка 300 гривен. Конечно, пошив у них тут такой. Я померяю. Ой, ужас. Солнце, что мне делать? Красивый? Красивый. Ну, я хочу на каждый день. На каждый буду день. Блистать каждый день. Ой, Аня. Сейчас я, наверное, вторую померяю еще. Вот я сняла. Берем. Вам хватит на всю семью. Ты же экономист. Мне вот это понравилось, Сережка. Ты открыла? Одну. А у Ани такая с цепочкой будет. На одно ухо, а второе. Ну и что, на второе будет точечку надо. Давай меряем, мы сейчас покажем. В общем, нравится что-то мне, не знаю. Солнце сказал, бери. Ну такие они какие-то, ненавязчивые, но интересные. У меня давно не было таких колечек. Анечке не подошло. Оно потерялось. У нее та цепочка на фоне волос. Ну что, не? Ну, другую посмотри. В общем, Аня себе ничего не выбрала, а я взяла вот эти. Красивые очень.
А вы сережки пробили мои? Нет, еще. А. Сейчас, одну минуточку. О, вот это подделка. Я хотела через интернет заказать. И шарф, и... Ну, прикольная. Ну, а как ходить с такими рукавицами? Так. Ну, прикольно. Тебе нравится? Нет, сколько стоит? Мне не нравится. Сколько стоит? Одесскую. Вот, ну, висят же они. Не висят. Мне кажется, тебе это надоест, Ань. Ты чё надоест, Ань? 450 гривен. А в интернете сколько? Мне кажется, ты не будешь носить, Ань. Почему не буду, Тай? Любчик. Оно тоже с акцией, вы понимаете? Да. Я тебе напишу такие акции. Сейчас чёрная пятка. Это экономист у нас. У нас в семье есть свой личный экономист. Ань, ты не будешь ходить с такой штукой? Ну, меряй. Нет, я хочу посмотреть. Да не, они в одну цену. Эта штука тебе надоест через неделю максимум. Надоест мне ничего. Что, будешь носить? Мерять. Папа же заставит носить. Если ты согласна его носить, я куплю. Серый мерять? Нет, мне кажется, он грустный. Померяй вот эту штуку еще раз. Под твою вот эту курточку серый вообще. Ну, одень, я тебя сниму, посмотришь. Не, мне вот та первая больше нравилась. Повернись, Ань. Скучно как-то, да. Она какое-то прижатое. Померяй еще раз эту штуку и решим. В интернете посмотри. Сколько стоит? Да. Шар сразу. Только красиво закручивай так его. Оно хоть теплое? Аня, боже, такая фигня. Пихаются за такие деньги. Я тебе скажу рационально. Рукавицы ты носить не будешь. В лучшем случае ты будешь закидывать вот так шарфом его делать. Не буду делать шарфом. Ну вот ты так по улице будешь идти согнутая? Да. Нет, ты захочешь расправиться, расправься. А ручки висят. Или вот так вот обратно раскручу и положу им так сюда. А ну раскрути. Что, папа, понравилась игрушечка? Да она упала. Просто раз... О, оно не равноправно. Да. Ну вот, поэтому ты будешь его носить как... только как шарф и капюшон. Нет, я буду. В рукавицы я не верю, Аня. Геометрия. Так шо, я вообще не... Если ты будешь носить всю осень... Осень? Осень, да, зиму. До заморозок. Да в зиму оно холодное. Если ты будешь его носить... А если не будешь, папа заставит... Ну давай без приколов. Ты будешь его носить? А зачем я тогда прошу его? Ну бери. Только не сутулься, а выпрямся, во-первых. Я тебе потом покажу, как красиво наматываешь. Господи, такой развод. Без дырок. Люди нас разводят. Папа, ну померяй. Подожди. Короче, кто-то из троих нас будет носить эту фигню. Бабушки подарю. О, солнце, да тебе вообще огонь. Когда у тебя есть дочь, называется? Что? Ты как Шрек. Так пошлите уже в кино. Столько классных шапок. Нет. Мы выбрали вот эту туфту. Это не туфта. И? Спасибо, здоровье. Маму еще надо поцеловать и обнять. Когда мне папа оплатил. Да сейчас, а я поддержал. Ну хорошо, конечно. Ладно, я уступлю тебе солнце место. Что? Куда? Кино, да. Есть-то хочется. Боже, Аня, какой эксклюзивный почему вариант. Вова, можем мне такую взять? Ну такую? Да.
зато будет тепло. Какие есть солнце? Сейчас будешь травиться этим попкорном. Буду травиться. Ой, я вот туда хочу. Мы успеваем, не? Сколько времени? Ну, если хочешь, иди, а мы пойдем очередь. Давайте, идите за попкорном, а я подойду. 5-10 минут я приду. Ой, я обожаю этот магазин. Здесь столько всякого можно интересного найти. А если есть скидки, то это вообще счастье. Ой, какая прелесть. Какие чайнички классные. Класс. А я же все-таки ищу вот эту чашку в виде ракушки. Вот если найду, блин, куплю ее. Уже все, новогодняя тематика по всем магазинам. Классный какой фонарь, смотрите. Включаешь, и он светится. Это, кстати, хорошая цена. Смотрите, старая цена какая была. Ну, это действительно, я видела просто маленькие фонарики вообще. Дорогие были. Так, сейчас я гляну на чашки. Ой, какая прелесть. Смотрите, какая классная кастрюлька. Боже, такая тяжелая. Не знаю даже, что это за металл. Алюминий. Такая красивая. Плов здесь сделать, да? Так, класс. А вообще, пупсики, смотрите, пупсеныши. Это для маленьких деток варить пюрешечки, там, кашки. Маленький выбор у них кастрюль, конечно. Их практически нет. Не слабо здесь по кастрюлькам. И чашечек нету, жалко. Еще, смотрите, уже тоже елки выставили, торгуют. Мне очень нравятся вот такие. Я прям балдею от вот этих. 1,85 м. Представьте, украсить ее цветами, шарами. О! Ковалівська засніжена. Шикарная. Вот эти тоже красивые, Віденська. Ну, хотя она такая... лысоватая. Ой, красивая, тоже голубая. Вот эти мне не очень нравятся с подпылением. Но та заснеженная, это, конечно, шикарная. Віденська бомба. Надо... Вове сказать. Мы в том году хотели купить и не нашли ни денег, ни времени. Ну, мы, если честно, еще и не выбрали, какая нравится. Не знаю, в этом сезоне получится, нет, но поживем, увидим. Да? Идемте впечатляться. А где твоя эта? Как же это назвать? Это даже не шапка. Капюшон. Капюшон твой где? Ой, я такое насмотрелась, боже. Столько красоты его в этом English Home. Я прям больная вышла. Еще елки я смотрела. Да. Ой, как темно. А что такое? А мы не были в этом зале, да, еще? Мы уже 100 лет не ели этот попкорн. Немного людей. Какие у нас где места вот? 7, 8, 9. Ты с папой? Угу. Ты тут сидишь? Я здесь. Небольшой зал. Ну что? Впечатляйтесь, ребенок. Что это такое? Ну все, мы настолько впечатлены, да? Я впечатлена, я уже
давно не смотрела таких фильмов. Ваканда, как Черная пантера? Черная пантера, Ваканда навеки. Ваканда навеки. Супер фильм. Marvel Studio супер. Прям 15 раз супер, вот честно. Вот настолько мудрый фильм. Мне очень понравилось, честно. Мы под впечатлением вышли, как будто с другого мира, знаете. Фантастика. Но там столько мудрости. Это стоит посмотреть. Однозначно рекомендую, у кого есть. Ну, я не знаю, в Украине точно есть, в России не знаю, есть там такой прокат или нет, но в интернете посмотрите обязательно. Там какие-то еще части есть. Вов, какие были еще части перед этой Вакандой? Как назывались? Черная пантера. Да, просто Черная пантера, это первая часть. Я не смотрела, но тем не менее мне вот это очень понравилось. Там были воспоминания в первой части. Ой, супер фильм. Впечатлил. Нет, мне не понравилось. Мне очень понравилось то, что нету главного героя. А, ну да, там главный герой с предыдущей части погиб. А, не по известным причинам. Ну да. Ой, ладно, ребята, супер фильм. Обязательно к просмотру, кому интересно. Посмотрите, вам понравится. В общем, вот так пролетел незаметно, да? День сегодня, столько успели. Аня успела натанцеваться. Солнце купил мне сапожки новые. Выиграли эко-судочек. Что еще? Шапку Ане купили. Сережки. Фильм бесподобный, великолепный посмотрели. Без 10:06 вечера, и мы вырушаем до дому. До дому, до хаты. Завтра не менее будет красивый день. Завтра придут к нам Сашенька и Дашенька готовить семейный ужин. Представляете? В кои-то веки будут готовить семейный ужин. Так что не забывайте про нас. Завтра встретимся. Всем, кто досмотрел аж до самого конца, тысячи раз вам спасибо. Любим, целуем и обнимаем. Да, солнце? Да, любчик? Пока. Пока всем.